R10. У них вы найдете самые смешные мемы. Ссылка в описании. Просто в минус иду. Блин, давай, еще. Да. Да, охренеть. Нет, все равно я иду в минус, потому что... Охренеть, SCP-08, Dragonfire. Мне выпал за... И всем привет! С вами я, Александр Сучков. И в этом видеоролике я вам покажу, что мы сегодня будем делать. Я нашел какой-то сайт, американский или какой, в общем, мне дали ссылку на открывание кейсов. В общем, я нашел этот сайт, и, в общем, сегодня я буду опять, в общем, открывать скины. Я подумал, зачем мне какие-то там другие там оружия, ножи, нафига мне это надо? Решил открыть пару кейсов с перчатками, и возможно мне выпадут сегодня именно они. Каждый кейс стоит $5, и вообще весь вот это вот, все кейсы на этом сайте стоят за доллары. Поэтому, конечно, сложно было закинуть доллары на этот сайт, но я все-таки это сделал, чтобы вам было интересно. Вот поэтому какое-то время не выходили видео, потому что я все думал, как это все сделать, как это все так сделать правильно, чтобы все работало. В общем, все, я все сделал, сайт будет в описании, но тут как бы нет ничего такого, вот, чтобы бесплатно там что-то открывать, все это платно. Так, открываем. И мне выпадает Glock 18 Iron Work. Ну, такое вот нормальное, конечно, оружие. Того $7. Да, я немного проиграл. Итого сейчас я потратил $5 просто так. Точнее, $5.45. У меня вообще сейчас на счету где-то очень дофига этих долларов. Вот, честно, я вам полную сумму не буду говорить, но ладно. На самом деле у меня где-то $100 я закинул на этот сайт. Просто зарегистрировался через Steam аккаунт. Можно зарегистрироваться на этом сайте, закинуть сюда доллары и все. И играть, и выбивать все скины. Приходят прямо сразу все скины. Поэтому ладно. Потом как-нибудь переправим это все. Так. Ну ладно. Максим Сонар выпал мне. Так. Так. Самое главное то, что у меня вот здесь переводит только вот мой Google переводчик. Некоторые слова здесь все-таки переводятся. Типа вот цена, там что-то такое. Но вообще сайт какой-то американский. Здесь даже сайт кейс. Ну, короче, steamcsgocase.com. О. В общем, это все будет в описании. Ладно. Так. Давай. Ну, не такое уж крутое, но ладно. Так. 65. Что-то мне не везет сегодня. Ладно. Мы же все-таки открываем сегодня перчатки. И я без перчаток сегодня не уйду с этого кейса и вообще с этого сайта. Я именно пришел, чтобы заработать мои третьи, заметьте, третьи перчатки, которые у меня есть в CSGO. То есть у меня уже есть две пары перчаток. Это такие вот красные с какими-то квадратиками черными. И есть такие, я даже не знаю, как их объяснить, тоже есть такие, я правда не знаю, как их объяснить, как они вообще выглядят, но ну не знаю, ну они выглядят как-то странно все-таки. Ладно, итого у меня две перчатки всего. То есть две пары перчаток, это все, что я выбил вообще за где-то сколько этому обновлению уже? $1.
Серьезно? Да ладно. Давай. Да блин. Так. Давай. То есть здесь самое главное, что есть. Сейчас вы еще здесь звук послушали вообще. Я просто снимаю еще через другую программу, потому что программа, которую я снимаю, там немного она глючит. Так что я решил снять через другую программу. Ну, на самом деле у меня дофига программ для съемки видеороликов, для монтажа. Дофига у меня всякая разная хрень. Так, нет, мне все какая-то хрень выпадает. Особого ничего нету. Жалко то, что здесь не видно веб-камеру. Потому что фон мне вешать лень просто. Да и сейчас и не ночь. Поэтому я решил просто немного пооткрывать кейсы без веб-камеры. Мне вообще достало постоянно подключать веб-камеру, чтобы снять какой-то видеоролик, стрим или что-то другое. Поэтому я решил все это делать без веб-камеры. Так, давай. Так, мне вот из этого кейса нужны только перчатки. Все. Остальное все у меня есть. Все оружие, которое вот это все есть. У меня уже они все есть. Полностью все оружие у меня есть. Все прямо с завода. Ну, некоторые есть не прямо с завода, поэтому они в мои видеоролики не входят. Оружие. Но вообще у меня весь инвентарь оружия почти есть. Почти. Потому что каждый раз что-то выходит новое оружие, точнее новые скины. Поэтому я не успеваю просто их выбивать из кейсов. А я уже в CS где-то, я не знаю сколько лет, дофига, короче. В CSGO я где-то, ну, года 3 точно я здесь уже есть. В Counter-Strike Global Offensive. За 3 года я дошел до Глобала. Ну, где-то полгода назад я был забанен за ВАК, я разбанился, и вот я опять выбиваю кейсы. Хотя хрен знает, зачем мне это надо, если у меня уже все это есть. Ну так, ладно, продам как-нибудь. Так. Нет, мне что-то не везет все как-то. Я уже потрачил $158, а получил 29. Это очень не круто. Мне нужно сейчас вообще. Так. Дальше. Если честно, я настоящую сумму, сколько я сюда закинул, я уже не скажу, потому что видео будет смонтировано, и то, что я сказал вот $100, это я уже 10 раз это, наверное, смонтирую, и уже на самом деле у меня не 100 уже будет долларов закинуто здесь. Вообще, я первый раз закидывал уже до вас, до съемки видео этого ролика, я закинул где-то, ну, просто проверить, как это все будет работать, я просто закинул где-то вот, ну, да, $5 я где-то закинул на один кейс, я его сразу, ну, в общем, принял в Стиме. То есть мне выпала какая-то хрень, я бы ее принял, у меня она в Стиме есть. То есть я проверил, что это все точно работает. Потому что этот сайт для меня новый, и я как бы им не пользовался. Как-то вот так вот. Ну почему мне глок выпал? Итого на данный момент, я не скажу, какая у меня сумма здесь потрачена на этом сайте в данный момент, сколько я сюда закинул, я правда не скажу сколько, потому что это такая сумма огромная, что не каждый ютубер столько сможет закинуть. Реально, все, что здесь происходит на моем канале Noobaz Company, это все секрет. Ну, точнее, например, мой ник в Стиме засекречен, даже кто со мной играл, мои подписчики, я сделал так, что они ничего никому не расскажут, и как бы только так. Я с ними играл, и все. То есть они никому не расскажут, я никому не расскажу то, что у меня, какой ник у меня в Стиме.
чтобы меня никто не добавлял, чтобы меня никто не находил, и вот вы не поверите, но у меня в Steam ник не Нубас. Поэтому как-то меня найти сложно. Вообще сложно, и поэтому я не палюсь. Так. И на данный момент я потратил $214. Получено где-то $30, это очень мало. Офигеть! 48 получено уже. $222 я потратил. Вы просто офигеете, когда уже дойдет сумма до каких-то там офигенных цен. Так. $1. Ну, выпади мне перчатки, пожалуйста. $230 я уже потратил просто на всякую хрень. Как я это все продавать буду, я не знаю. Наверное, как-нибудь все-таки продам. Так, получено $51. Это очень мало. Это очень мало, я иду просто в минус. Но если я получу перчатки, мне уже пофиг, сколько я потом потрачу. Хоть это будет $1000, хоть сколько. Но я должен именно забрать перчатки. Хоть они будут, ну сколько, в общем, сколько будет, столько и будет. Так. Да ладно. Серьезно, я уже потратил $246. Я получил всего $53 получено, блин. Я просто в минус иду. Блин, давай, еще. Да. Охренеть. Нет, все равно я иду в минус, потому что... Охренеть, если G08 Dragonfire мне выпал за $39 и за 1. Итого потрачено у меня сейчас $254, точка 0.7. Ну, понятно. Как-то так. Получено у меня сейчас $92, точка 45. Да. В общем, я иду все равно в минус, хоть я получил Dragonfire... Все равно я иду в минус. Просто в минус. И это очень, не очень. Потому что вы не поверите, сколько стоит вообще мой аккаунт в Steam. Это, наверное, уже не миллион, это я не знаю. Потому что у меня столько там скинов. Это просто офигеть, сколько у меня там наклеек и всего, то, что у меня там есть. Это очень-очень-очень дофига. И я не знаю. Давайте посмотрим. Так, ну, ладно. Такой уж крутой, ладно. $6, ну, нормально, но не очень. Все равно, смотрите, $277 я потратил и получил всего $99, даже не 100 еще. Ну, пожалуйста, ну, М4, А4 хотя бы, выпади мне вот это вот, бускил. Я не знаю, вот ССГ-08, если я не выбью сегодня в этом видео перчатки, то я хотя бы заберу ССГ-08, потому что оружие, хотя у меня такое уже есть, но я бы взял еще одно такое, потому что, ну я не знаю, может разыграю в группе где-нибудь. Но я не знаю. Потому что я все ненужные скины я или продаю на площадке, или я разыгрываю в группе ВКонтакте, ну бас. Группа ВКонтакте тоже переименовалась, она теперь называется Нубас Компани, и там, ну как бы, сейчас меняется все. Охренеть, $45, нет, не купил, все равно, потрачено $309, получено у меня сейчас $148, это очень мало, это просто, ну, ладно. Если даже мне не выпадут перчатки, то я возьму хотя бы эти два оружия. Потому что это круто, у меня будут перчатки и две этих оружия, хотя у меня такие уже есть. Это охренеть просто. Так, нет. МП7 мне не нужна. $2, нет. $317 потрачено, ребят. Получено 150. Я просто иду в минус. Это если что-то сейчас такое пойдет, что вообще я просто окуплюсь, и я просто выиграю, и все. Но, наверное, вряд ли такое будет, потому что я иду просто в минус сейчас. Где-то на $200 уже иду в минус.
Это очень даже не круто, и я не знаю, до 1000 вообще сегодня дойдет или нет. Ну, конечно, возможно, дойдет, и тогда я потрачу все, что у меня есть на этом аккаунте, и тогда я вообще в минус пойду, и останусь с какими-то скинами на игру, которые, возможно, скоро пропадут, из-за того, что Souls 2 будет. Ну, наверное, все-таки... Ну, скоро, там что-то такое будет, глобальное изменение. Так, кстати, ребята, набираем 5000 друзей в ВК у меня, и я разыгрываю ножи, которые у меня есть на странице ВКонтакте сейчас. $357, получено $161, это офигеть как мало, это просто мало. То, что я сейчас выиграл, это просто мало. Вот сейчас у меня $365 потрачено и получено $162. Я не знаю, на каких я потом буду играть на сайтах, но мне нужно как-то все-таки отыграться, я не знаю. Пока что у меня еще доллары есть на счету, поэтому я буду играть дальше. Потому что, ну, я же нубас, и как бы мне это... Я столько вообще потратил. Я когда выбивал крутые оружия, типа Dragon Lore, я клал на другие сайты дофигища вообще бабла тратил. Вообще, вы чё? Чтобы выбить один Dragon Lore, именно такого прямо с завода. Мне выпадало столько Dragon Lore, и я хотел прямо с завода. Поэтому я тратил. В общем, ладно. Так... Ну, пока что нет. Я все еще иду в минус. Я как бы не отыгрался еще никак. Но если я получу перчатки, то я просто отыграюсь вообще полностью. Все оружия, которые вот эти вот, которые сейчас здесь находятся, вот. Вот. Ха. Охренеть. Давайте посмотрим, сколько стоят перчатки. Перчатки здесь что-то, ну, не показывают. Ладно. В общем... Все оружия, которые вот это синего цвета, фиолетового, в общем, и вот эти вот розового. Если я сейчас не выбиваю перчатки, даже если я их выбью, то я все равно это все-таки куда-нибудь все эти оружия, ну, продам или как-то еще. $5, офигеть! Это так мало, ребят, ну честно. Ну, $5, ребят. Это очень мало. Я уже потратил $420, пока я разговариваю здесь. Получил всего $173. Это мало. Это я вообще уже $300 потратил. И вообще минус $320 уже у меня. Так, я не знаю, что сейчас будет дальше, но пока что мне выпадают одни и те же оружия. Куда я их девать буду, не знаю. Наверное, на контракт пущу, не знаю. Куда-нибудь все равно придется это все девать. Может, разыгрывать... куда-нибудь, кому-нибудь, или, я не знаю, мне эта хрень не нужна, которая даже $0 стоит, это вообще как вообще, CZ-75 авто, полумер, и, ладно, а сколько полумер здесь стоит, ну, $3 она максимум стоит, ну, это мало, все равно, опять полумер мне выпадает, смотрите, сейчас за доллара, наверное, максимум, нет, даже до доллара не дошло. Итого я сейчас потратил $452. Получено $175. Это мало, как я уже говорил несколько раз. Ладно, я про это уже говорить не буду, ладно. Потрачено $460. Вы просто представьте, сколько это бабла. Это просто... Сколько это вообще... И получено всего 176. Это, я не знаю, мне пока выпадут эти перчатки, я 10 раз, наверное, пойду в минус. Поэтому я не знаю. Вообще, я не могу их выбить просто. Вот первые два раза, ну, конечно, первый раз было сложно, второй уже не очень, потому что мне как-то сразу они выпали, перчатки, я как бы сразу ушел с этого, в общем, с открывания кейсов. Но тут это, наверное, первый такой мой момент, когда я долго выбиваю что-то, какой-то предмет. Ну, если, конечно, это называется предметами, перчатки. Хотя я хрен знает, что это. Ладно.
Так. Ну почему Глок 18? Ну почему? Блин. Сейчас уже будет 500. $500 потрачено, ребят, вы не поверите. Я потратил $500. Просто 500. Вы вот представьте, сколько это бабла. 500. Ладно, там $100. Вот я первый раз закинул. Потом вот смонтировано уже, наверное, будет. Сколько я закинул? А-ха-ха. Но зато самый прикол то, что Star Trek выпадает. Это вот самое такое интересное. О-хо-хо-хо-хо, $500 я потратил. Просто так, за какие-то синие пушки, которые мне нафиг не нужны. Хотя какие-то мне нужны, но какие-то и не нужны даже. Потому что из этого кейса у меня почти все есть. Заметьте, почти. Мне вот не хватает только перчаток из этого кейса. Вот, из глов кейса мне не хватает только перчаток. Остальное все у меня уже выпало. И сейчас выпало. Раз 10 точно. Одно и то же оружие. Так. Нет, что-то не везет, ребят. Наверное, я буду здесь полдня открывать эти кейсы. О-о-о, почему я так иду в минус? Я не понимаю, сколько я уже открыл кейсов, и я просто иду в минус про... Вот просто я иду в минус. Вот полностью. Вот просто иду в минус. У меня даже получено не $200. Мой инвентарь даже до $200 как-то не доходит. Я не знаю, куда я их дену. Все, что у меня сейчас выпало. Потому что столько денег потрачено, вряд ли я что-то выиграю сегодня вообще. Но я буду открывать дальше. Я все-таки закинул сюда дофигища бабла. И пока что у меня потрачено только половина из этого. Ну, пока что. Может, я еще... во время этого видео еще как-нибудь закину еще сколько-нибудь. Пока что ничего здесь такого ну нету. Смотрите, P2000 Turf 0.85. Да вы что, вы серьезно? Ну вы правда этот открывание кейсов? Это просто, я не знаю, они просто надо мной издеваются. Мне просто выпадает всякая хрень, полностью вообще, которая вообще мне не нужна. Столько выпало, охренеть. Это просто. Так, самое прикол то, что перчатки надо мной как бы издеваются. Смотрите, они даже мигают. Они типа мигают, забери меня, ну бас, давай. И, блин, я не могу их выбить. Надо было стрим делать по кейсам. Было бы проще. Ну ладно. Опять турф. Ну нафига он мне нужен? Зачем он мне нужен? Да. Я помню, как-то у меня еще какой-то сайт, когда я открывал кейс, я постоянно глючил. Ну тут вроде не так. Опять турф выпал. Да вы серьезно издеваетесь надо мной, что ли? Блин. Я уже потратил почти $600, получил всего $191. Это офигеть как мало. Ой, вообще обидно, ребят, честно. Оу, ну хотя бы $14, это уже хоть что-то, ребят. Офигеть. Ладно, надо было потренироваться в открытии кейсов. Ну, где-нибудь на другом сайте, там, например, я не знаю где. Это просто... Офигеть, сколько я потратил всякой... О-хо-хо. Я просто иду в минус. У меня уже $611 потрачено. Это просто я иду сейчас просто в минус. Вот вы не поверите. Но я все еще открываю эти кейсы. Блин. $12. Ну это мало. Это да... Ну зато 219 получено уже. Это уже... Хоть я... Вот эти вот... смогу на что-нибудь поставить, возможно, я выиграю пару ножей. Или, ну, в общем, как-нибудь отыграюсь все-таки, попытаюсь хотя бы это сделать. Но иногда не получается. Не понял. Ладно. Так, ну, пожалуйста. Ну, выпади мне, пожалуйста. Перчатки, ну пожалуйста, я тебя прошу, ну пожалуйста, ну выпадите мне. Неужели так сложно?
Это... Одни МП-7 идут, да вы что, это реально... Нафига мне эти МП-7? Я уже такие разыгрывал в группе, и они никому не нужны. Ну, точнее, кому-то нужны, каким-то школьникам, но мне они не нужны точно. И в группе мало кто их захочет взять. Даже полумер, кому он нужен? Вообще, вот эти вот три вещи, вот это вот ЦЗ, полумер, ГЛОК, вот это Ironwork и МП-7. Как он там называется? Сирус. Я не знаю, куда их дену. Никто их не возьмет даже в группе. Я не знаю даже, как я их буду продавать. Что-то... Я не знаю. Очень сложно выбивать перчатки. Прям очень сложно. Это реально сложно. Вы не поверите, но это так. Опять. Ну, смотрите. Ну, ничего мне не попадает. Я не знаю. Надо останавливать, наверное, видео. Как-нибудь что-нибудь еще делать. Может, остановить видео и продолжить видео тогда, когда мне выпадет перчатки? Выпадут? Я не знаю. Я вот... рассказать? Не, рассказать вам. Как я выбивал... Про Dragon Lore я говорил. Как я выбивал Вой, например, М4А4. Это тоже было для меня проблемой. Я столько там... открывал эти кейсы, вообще так долго их открывал, и месяцки выпал этот бой. Блин, как же было сложно. Потом всякие другие, да тоже АВП Азимов, когда вот он еще был популярным, я его тоже очень долго выбивал. Да, любые вот эти оружия, которые крутые, реально крутые и дорогие, я их выбивал очень долго, и чтобы они были прямо с завода, там всякие вот эти, я не знаю. $3! Новый гилла. Я не знаю, куда я это буду девать. Это всякая хрень. Просто я уже $700 просто так потратил. Все. Получил всего $241. Мало. Ну, $1, ну вы что? Я потратил $5 на этот кейс. Охренеть. Куда я это все дену? Я уже столько оружий открыл. Наверное, штук 100 я уже открыл этих кейсов. Это просто, это... Но я все еще продолжаю. Зачем я про это стал снимать видео? Я вот не понимаю. Надо было просто вот выбить перчатки, показать вам. О, смотрите, я вчера выбил перчатки, там что-то такое. Потом подумал, нафига мне это надо? Давайте я хотя бы на видео это все покажу. Хотя без веб-камеры как-то вот неинтересно все-таки это все снимать. С веб-камеры все-таки интереснее, когда ты там... Смотришь потом на себя и понимаешь, что нафига ты выбивал эти перчатки. Хотя нет, перчатки это круто, это реально круто. Я вот, если они у меня выпадут, я не знаю, что я буду делать, просто. Но без веб-камеры реально сложно. Ну хотя бы вы не увидите мое лицо, когда мне выпадут перчатки. Вот сейчас говорю какую-то фигню просто. Надо помолчать, но это все-таки открывание кейсов. Ладно. Блин. $754 потрачено. Получено $247. Это охренеть как мало, вы не поверите. Я просто сейчас иду в минус. Вообще, в полный минус. Надо поменять сайт, наверное, открывание кейсов, потому что вряд ли мне из этого кейса выпадут перчатки. Вообще... Вот напишите в комментарии кому-нибудь, кто открывал кейсы. Ну, вряд ли, наверное, кто-то открывал кейсы с перчатками, и кому-то они выпали, но все равно. Если вам выпали перчатки, пожалуйста, напишите, что вам выпали перчатки, и напишите, какие. Я хоть за вас порадуюсь. То, что вам когда-то выпало $12! Saved off! Вот реально крутая раскраска. Я не помню, у меня такое есть. Я не знаю, оно какое-то... Faster than Princess $12. Я, наверное, его тоже соберу. Такое, ну, не очень крутое оружие, но я бы его взял. Потому что я не помню, есть у меня такое, нет. Так. Ладно. Торговая площадка. Как я там буду продавать эти скины? Ну, хотя бы, может, что-нибудь в Стиме куплю. Потом как-нибудь.
Хотя у меня там все игры почти куплены в Стиме. Так. Нет, это точно надо было снимать стрим про это. Потому что вот то, что я сейчас делаю, я не знаю, как это все объяснить. $801 потрачен, получено $262. Вы понимаете, вот сколько это? Я не знаю, сколько я уже открываю эти кейсы. Мне уже, знаете, как надоело? Наверное, я уже минут 10 точно открываю. Нет, какие 10? Там уже где-то 30, может, минут открываю. Но мне пока что вообще ничего не выпадает. Это просто какая-то хрень. Мне вот вначале вот это СГ выпало 0.8 и М4А4. Все, остальное все, то, что мне сейчас выпадает, это просто хрень. $15. Вот это реально очень даже крутой ФАМАС. Я его не возьму, я его продам, но все-таки, ладно. Надо было настроить звук все-таки. Было бы интереснее слушать со звуком это. Типа как кейсы там двигаются. $2. Ну, вообще, я бы сказал, что это нормально. Но я этого не скажу, потому что я все равно в минусе. Так. Жалко то, что я не могу посмотреть, сколько стоят перчатки здесь. Если бы мне выпали они, это было бы, конечно, вот именно вот сейчас, если бы хотя бы они показались там, хоть чуть-чуть там показались то, что они хотят выпасть мне, я бы просто порадовался, что наконец-то их сайт запустил вообще в кейс. Но, наверное, просто их нет в наличии, перчаток. На сайте, поэтому выпадает всякая хрень, типа Галил Ар. Я просто не знаю, какая-то хрень выпадает. Давайте подождем, посмотрим, что там будет дальше. Мак 7. Охренеть. Это просто какая-то фигня. Это я не могу так выбивать кейсы. Просто я не могу. Так. Просто вообще, я не понимаю, как так можно выбивать кейсы. Мне, знаете, как вот, ну, не обидно, я даже не знаю, как это объяснить. Вроде и весело то, что все-таки что-то я заберу себе, но потом думаю, может это все продать, хотя я все равно буду в минусе. Ну, я вот сейчас просто не знаю, потому что я потратил $881, я получил $288. Это офигеть, их мало, но мне они выпадают за $8. Да ладно, зато Star Trek. Серьезно? Да мне как-то это Star Trek как бы не нужно вообще. Мне нужны именно перчатки. Я вот все видео, вот сколько оно бы еще не шло, сколько оно еще будет идти, но я продолжу открывать эти кейсы и посмотрю, что будет, что же мне выпадет, и выпадут ли мне перчатки или не выпадут, ну, в общем, посмотрим. Мне кажется, мне не выпадет вообще сегодня ничего. Из кейсов перчатки, наверное, не выпадают из этого, потому что сайт хрень. И сразу настроение поменялось. Вначале было вроде повеселее настроение, сейчас вообще никакое. Ну почему выпадает всякая хрень? Почему? Блин. Нафига мне эта хрень? Блин. Вот пожалуйста, ну вот сейчас хотя бы выпадите. Блин. Я на вас уже почти $1000 потратил. Блин, вы специально ждете, пока я 1000 потрачу. Блин, уже 921 потрачено. Получено всего 299. Ну, почти 300, ладно. $300 я все-таки получу. Но 1000 я проиграю, блин. Я уже не знаю, как это я все буду делать. А-ха-ха, блин. Оно мне не выпадет, я так понял. Никогда. Просто никогда. Ладно, давайте сейчас 1000 я вот эту вот все потрачу. И я перезайду
кое-что сделаю там. В общем, посмотрим. В общем, там есть у меня один сайт, где можно там, ну, в общем, победить, все это потратить, и я опять все это закину сюда на сайт. Поэтому ладно. Вот сейчас 1000 будет, я пойду продам эти все скины, которые мне не нужны. Ну, почти все продам. Вот, которые у меня сейчас 300 есть, долларов, я их продам, все то, что есть, и опять положу на этот сайт, кину. Так, 960 потрачено, получено 300. Ну, ребят, это просто не круто. Я просто в минусе. Я вот не верю. Ну, просто я в минусе. Вот не... Я вот... Вот кому расскажите я вообще? Да никто, наверное, не поверит, что я 1000 долларов кинул на этот сайт вообще. А, тут можно еще кейсов посмотреть, сколько я открыл. 123 кейса я открыл. Вот, 124 кейс. Мне пока что не выпало нифига. Вообще ничего. Нет. Очень дорогой кейс, если честно. 5 долларов это очень дорого для одного этого кейса. Еще ключ надо к нему покупать. Поэтому это реально очень дорого. 992 доллара потрачено, получено 311 долларов. Это очень мало. Ну, точнее, конечно, это нормально, то, что я все-таки как-то 300 долларов все-таки выиграл. Но я не знаю. Все, 1000, ребят. 1000 долларов потрачено, 311, в общем, получено. В общем, сейчас я перезайду, как-нибудь потрачу эти скины. В общем, сейчас все будет. Продолжение, в общем, следует. Так, так, так. Итак, мы продолжаем. Я закинул тут немного. И у меня есть еще попытка, чтобы как-то выбить эти скины. Вы не поверите, но это реально сложно. То, что я сейчас буду делать опять, это все будет сложно, потому что я сейчас в минус пошел сразу уже. Серьезно. Короче, ладно. Вот что я вам сейчас скажу. Я продал всякие ненужные скины. Итого сейчас у меня 300 долларов есть на счету. Поэтому я сейчас буду открывать эти кейсы. Именно этот кейс. Все равно по-любому я уже в минусе вообще. Я не знаю, сколько это видео уже снимается. Наверное, час уже. Но оно все еще снимается. Охренеть. Я просто уже... Просто проигрываю все свои деньги, которые есть на этом аккаунте. Это просто офигенно. Конечно. Ну, почему? Вот у меня на счету только осталось... вот. Не на счету. Вот. Из предметов у меня остались вот это Save It Off. Я оставил ССГ-08 и вот эту вот, которая еще была М4А4, Бускил. Вот я их оставил пока что, вот эти три скина. Я их не стал продавать, потому что у меня есть... Точнее, я один сайвидов продал, один оставил. То есть, у меня их два выпало. Тогда, кто помнит. В общем, остальное я все продал. И все. Это просто... Просто... Ну, просто, ребят, это очень-очень не очень, ребят. 4 доллара. Нет, я в минусе. Я просто все еще в минусе, да. Так, итого потрачено, давайте посчитаем, например, с 1000, сколько у меня там было. Ну, вот хотя бы, что-то хотя бы начало получаться. Потрачено где-то 100, ой, какое 100, 1063 доллара. Получено 333 доллара. Да. Итого, я не знаю, перчатки мне все еще не показались. Ну, хотелось бы, чтобы они мне показались. Но пока что я их здесь не видел. Поэтому очень сложно будет понять, выпадут ли они мне сегодня или нет. Но я буду до конца играть. Потом, может, еще что-нибудь продам. Все, что есть.
И, может быть, еще открою. Очень-очень-очень сложно выбивать эти кейсы. Мне уже надоело сидеть на этом сайте. Я не знаю, надо на него пожаловаться. Я уже столько потратил на него денег, и я не, просто не смог выбить эти перчатки. Я бы просто мог купить их, и было бы дешевле намного вообще. Но, видать, мне не повезло. $14! Вот это вот хоть что-то. Но я все равно все еще в минусе. Потому что я потратил 100... Ой, какой, блин. Ладно, 1103 доллара я потратил. Получено $355 где-то. В общем, я не знаю. Мне уже надоело этот кейс. Я уже просто... Мне уже не весело. И что будет дальше, я не знаю. Охренеть. Почему мне все эта хрень вылетает? Пожалуйста, выпади мне эти вот Rare Glows. Мне пока что они просто не выпадают вообще. Вообще я их даже не видел. Ни разу. Чтоб они выпадали на этом сайте. Так как я новый человек на этом сайте, поэтому вряд ли мне вначале, даже у меня здесь ранг маленький еще на этом сайте, но, конечно, могло бы выпасть, но, видимо, не хочет, просто мне выпадать и все. Так, должно повезти, мне должно повезти просто, вообще, когда-нибудь повезет мне. Мне осталось всего где-то $200, если я не ошибаюсь. Потому что я потратил $1151, у меня получено $364. Это офигеть как мало. Это просто очень мало. Это вот вообще мало. Но дело в том, то, что вот тут написано получено $364, на самом деле уже все скины, которые здесь были, я их уже продал. Поэтому это уже как-то неправильно показывает, то, что получено. Вот потрачено это правильно показывает, а получено нет. Это, видимо, все складывается, то, что я за сегодня получил, и все. Давай же, выпади мне. Я уже столько времени потратил на одно видео. Это просто, ребят. Хотя я знаю, как на этом заработать. Просто я вставлю в начале видео рекламу какую-нибудь. И просто я заработаю на этом. Нет, не выпадает мне просто все. Ладно. Оно просто мне не выпадает. Я уже потратил $1191. Получил... $367. Ну все, какая-то хрень выпадает, а перчатки просто не выпадают. Все. Я, наверное, тогда ночью буду там что-то тратить, опять закидывать на этот сайт, опять пытаться тратить. Я вам говорю, надо было проще всего вот это вот взять просто и уже показать уже полученные перчатки. Но я же нубас, мне это надо все заснять. Хоть и без веб-камеры, но хотел я все-таки это заснять. Мне должно повезти, пожалуйста. Ребят, у меня потрачено уже $1214, получено где-то $370. Сейчас, если будет 1300, я уже не знаю, что делать, я уже просто уйду отсюда. И мы уже в следующей части попробуем еще раз. Потому что мне это достало просто. Вот. 230. Уже потрачено. Будет 300, все, я заканчиваю видео, и значит ничего не получилось, я просто пошел в минус вообще на этом сайте. Возможно, я даже на этом сайте больше не буду тогда ничего не выбивать. Потому что это сложно.
Не, они просто не попадают, и все. Это конец. Вот не, даже нет смысла что-то еще пытаться сделать. Это просто. Ну, я просто трачу все, что. Вот, все, что есть. Так. $254 потрачено, $372 где-то получено. Хотя там неправильно показывает. Возможно, из всего этого я только $72 получил за эту игру. Так, уже $262 потрачено. Ну, в общем, я в минусе, перчатки не получены, у меня остается только 3 скина. Именно эти 3 скина... Нет, давайте все-таки 2 скина оставлю. ССГ. Сейвидов я продам тогда. И уже в следующей части откроем. Если, конечно, сейчас такое чудо, если произойдет, мне выпадет еще одна М-ка. Охренеть, еще одна М-ка. 45. О-хо-хо. Да ладно. Ха-ха-ха. Серьезно. В общем, 160 кейсов открыто. Это 161 кейс. У меня осталось совсем вообще ничего не осталось, и я не знаю, как я дальше буду что-то открывать. Я как-нибудь попытаюсь что-нибудь сделать, чтобы еще получить доллары. Так, нет, это все, это конец, все, у меня одна М-ка выпала, все, со мной в минусе. Стоп, но $45 можно тоже потратить. Ну не, это будет все в другой части, ладно. Мне вот сейчас вот это вот будет последний кейс, который я сегодня открою. Вот, все. Это последний кейс, который я сегодня открою. Все, мне выпадает глок. За $4. Я ни хрена не получаю. В общем, ребят, смотрите. Я за все это видео, которое я снял, я не знаю, сколько я снимал, сколько минут. Это получится, но я все равно это на YouTube все выложу. В общем, я потратил $1302. Получил $424. Того я выбил CCG 08, вот этот Dragonfire, какого-то там качества, и две М-ки М4А4, Boostkill. Перчатки мне не выпали. И еще всякой хрени я получил, который я потом продал. Но я получил еще такой хрени, поэтому я сейчас буду как-нибудь что-то с этим делать. В общем, смотрите. Сейвидов я продаю, все остальное я продаю, оставляю только CSG 08 и M4A4. Вот эти вот три оружия, вот, то есть CSG 08 и две М-ки, я их разыграю в группе сегодня прям. В общем... Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Вот за это именно, за это видео, надо поставить лайк, вот, честно. Может, я их в группе еще выложу, поставьте еще репост в группе. В общем, пишите комментарии под видео, добавляйтесь ко мне в ВКонтакте, ссылка где-то там есть на экране. vk.com, ID 53554463. В общем, добавляйтесь, друзья. Принимаю всех. Набираю 5000 друзей и разыгрываю там ножи. Ладно. Всем удачи и всем пока.